Мои маленькие и большие геймеры, это Сидоров, и вы смотрите рубрику «Компьютерные игры». Игра, с которой мне хотелось бы сегодня начать, называется Shadow Warrior, что в переводе с английского означает «Воин тени». В игре вы выступаете от лица главного героя, бойца ниндзя Ло Ванга. Кстати, его имя так и переводится – «Воин тени». Этот боец принадлежит к секретному клану наемных убийц ниндзя, однако сейчас он стоит на пути истины и должен восстановить попранную в мире справедливость. Кто попрал эту справедливость, вы узнаете, если дойдете до конца игры. Почему человек подобной профессии, то есть киллер, стал на путь истины, никому не ведомо. Возможно, в нем заиграла совесть, возможно, он с самого начала был хороший, просто прикидывался. Сейчас я это объяснить не берусь. Многие из вас, видимо, заметили, что игра очень похожа на предыдущее детище этой же игры 3D Realms, Duke Nukem 3D. Действительно, Shadow Warrior похож на своего знаменитого предшественника, однако я боюсь, что такого же успеха, как у Duke Nukem 3D, у этой игры не будет. Об этом говорит прежде всего то, что игра именно похожа на Duke Nukem 3D и не отличается от него ничем, кроме монстров и оружия. Дело в том, что когда-то один из геймеров заметил, что в небезызвестной игре Doom враги, которых вы уже убили, приняв дежурную позу убитого монстра, то есть ноги вперед, руки раскинуты, почему-то все время был к играющему ногами. «А ли не я его убил?» – задавался вопросом геймер. «А может быть, он меня просто дразнит? Может быть, я уйду, а он встанет и дальше начнет творить свои злодейства?» Авторы игры Quake задумались над этим, и уже в их игре ни один из врагов не меняет своего положения после того, как вы совершили над ним следующую операцию, то есть прицел в голову, курок ножа. Тем не менее, несмотря на то, что игра Shadow Warrior была сделана гораздо позже Quake, враги там ведут именно так, как когда-то вели себя в Думе. То есть, стоит вам только их убить и отвернуться, они сразу же встают и ложатся к вам ногами. А как только вы поворачиваетесь, они уже лежат. И как будто так и было. Одним словом, программисты из 3D Realms, откровенно говоря, поленились. А жаль. В принципе, игра Shadow Warrior довольно неплоха, относится довольно-таки бережно к машине и работает под DOS и под Windows. А самое главное, занимает очень немного места. Следующая игра, о которой пойдет сегодня речь, называется Hexen 2. Что можно перевести как Hexen 2. Как вы уже поняли из названия, это продолжение игры Hexen, естественно, 1, о которой я рассказывал в одном из наших предыдущих выпусков. Что можно сказать на первый взгляд об игре Hexen 2? Как и первой части игры, вам предлагается несколько персонажей, которых теперь стало 4. Каждый из них может что-то такое, что помогает ему выжить в полном опасности мире, воплощенном в игре. Выбирайте любого и, трижды плюнув через левое плечо, кидайтесь на поиски приключений. Именно тут и заканчивается сходство с первым Хексеном. Похоже, что игра создавалась под девизом «За всеобщую интеллектуализацию и бесконечное усложнение трехмерных аркадных игр». Если вы помните, то в первой версии вам приходилось не только отбиваться от многочисленных чудовищ, но периодически шевелить мозгами, вспоминая, где вы в последний раз видели ту проклятую дверь, которая теперь открылась благодаря вашим усилиям, но вы уже, естественно, не помните, как к ней пробраться. Короче говоря, ни одна нервная система была испорчена игрой Hexen 1. Однако задумка авторов сама по себе была довольно неплохой. И кто вообще сказал, что сюжет трехмерных аркад должен сводиться только к бездумной пальбе, резне и мордобою? По крайней мере, не авторы второго Хексена. Теперь это не просто трехмерная стрелялка, это настоящий квест. Основная беда первой игры заключалась в том, что кроме бесконечных дверей и рубильников, которые эти двери открывают, ничего отличного от того же Еретика или Дума в игре не было. Совершенно по-другому построена игра Hexen 2. Вот, пожалуйста, для примера задачи первого уровня. Итак, ваша задача — попасть в другой мир, то есть телепортироваться. Чтобы телепортироваться, необходимо приготовить один особый порошок. Чтобы приготовить снадобье, вам необходимо найти некую кость и столочь ее на мельнице, которая стоит неподалеку. Но мельница давно заперта, и ключа от нее у вас, естественно, нет. Ключ от мельницы лежит в другом месте, попасть в которое можно только через телепортатор на старой башне, предварительно ее разрушив. Что будет дальше, я еще сам не видел. Все говорит за то, что игра построена по принципу «чем дальше, тем страшней».
Несколько слов о графике. Для тех, кто играл в Quake, ничего принципиально нового в графическом оформлении Hexen 2 не будет. Тем не менее, могу сказать, очень хорошо проработаны пейзажи, анимированы враги. Действуют они совершенно как живые. Более того, они даже уклоняются от ответных выстрелов. В игре у вас довольно большая свобода действий. Вы можете использовать подручные средства и всякий хлам, попадающийся вам под руку. А также можно просто все громить. Очень снимает стресс. Короче говоря, игра Hexen 2 представляет собой смесь Еретика и Quake, причем она взяла из обеих игр самое лучшее. Обидно только, что на каждого персонажа положено только по 4 вида оружия. Жаль, могли бы сделать и поболее. Зато это оружие не просто появляется, а гораздо более реалистично, чем в Quake, выплывает медленно либо из-за спины, либо снизу. Я рекомендую игру Hexen любителям несложных квестов и не очень тупых аркад. Вот и все на сегодня. Это был Сидоров и вел рубрику «Компьютерные игры». До встречи через 2 недели. Пока!